Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Итак, друг продает квартиру 2 плюс 1 в районе Махмуд-Лар у улицы Барбаросса. До моря максимум 150-157 метров. Проект был сдан в 2006 году. Качественно построенная, покажу также снаружи. Сейсмоустойчивая, так как Алания находится в несейсмической зоне. Научно так доказано, пока нет никаких рисков. Видит кусочек моря. Это улица Барбаросса, вот прямо около здания. Видит горы. Видит парк. Детский парк здесь большой, как вы видите. Да, с баскетбольной площадкой. Видно горы. Видно соседнее здание и огромный вот первый балкон. Можно застеклить, будет дополнительная комната, как 3 плюс 1, потому что балкон сам где-то 20 минимум квадратных метров. Цена квартиры хорошая на данный момент по рынку, если определять. Кондиционер фирмы Rubenis. Мебель новая, бытовая техника какого-то года, не могу сейчас сказать. Энергосберегательность. Так. Здесь прихожая. Первая спальня. Стороны здесь. Запад, север, восток. Также кондиционер Rubenis. Мраморный пол. Хорошая прихожая, как сказал. Первый санузел. Полноценный также есть второй санузел. Большая душевая кабинка. Накопительная система фирмы Баймак. Вот тут у нас второй спальня. Вторая спальня. Тут минимум квадратных метров 100-105 нетто, минимум, может быть 110, так как еще один большой балкон есть, который сейчас вам покажу. Это спальня где-то 17 квадратных метров, 15-17, можно определить по полу. Здесь полноценный второй санузел. Мальчишка тоже есть. Ага, включил свет. Так. И второй балкон. На территории у нас есть открытый бассейн. Ухоженная территория. Вид на горы. И балкон. Тут где-то 10 квадратных метров только балкон этот. Другой 20, этот 10. Фасад здания вы уже увидели. Давайте так покажу бассейн. Вот бассейн. Есть один лифт. Ну что, выйду, покажу вам всю территорию. Дорогие зрители, цена этой квартиры 135 тысяч евро. Никакой скидки не будет. Крайняя цена. Не люблю играться с этими ценами. Мы работаем на комиссию. Все, дорогие зрители, еще раз показал. Гостиная здесь где-то 25-32 квадратных метра. С этой частью вся полезная площадь.
спускаюсь вниз. На этаже 3 квартиры. Лифт. Вместим 6 человек. Можно велики туда тоже ставить. Есть видеонаблюдение. Вот. Вот такой фасадная мозаика полностью. И там в лесенке есть пандус. Поднимаемся наверх. Все, дорогие зрители. Так что пишите, звоните на номер +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечный Алания, район Махмутлар.